Здравствуйте! Сегодня мы говорим о подготовке будущих севастопольских виноградарей и виноделов. Расскажет нам об этом подробнее заместитель директора Института развития города Севастопольского государственного университета Алина Владимировна Зуева-Носова и заведующий кафедрой агротехнологии Севастопольского государственного университета Сергей Викторович Тарасенко. Здравствуйте! Здравствуйте! Добрый день! Итак, для начала расскажите нам, пожалуйста, вот об этой кафедре. Как давно существует кафедра агротехнологии, вот, и кто ваши студенты? Ну, кафедра агротехнологии достаточно молодая. Мы в этом году провели только первый выпуск бакалавров, магистров мы выпускали до этого. Образована она в 2019 году, и, в принципе, набор студентов мы производим уже какой год подряд. Изначально первые наборы были достаточно небольшие, но сейчас мы вышли на достаточно хороший уровень. Мы набираем полноценную группу для подготовки винограда и винодела для наших хозяев города Севастополя. Группа это вот сколько, чтобы вы понимали? 25-30 человек нам достаточно. Почему? Потому что в дальнейшем работа с ними на практическом деле в хозяйствах, то есть это достаточно вот для этого формата. Ну, а ребята вот активно поступают, хотят у вас учиться. То есть, ну, да, насколько вот да, у вас да. полноценно? У нас в этом году вот только сейчас закончился набор. Мы набрали и бакалавров, мы набрали и магистров. И ребята в этом году проявили достаточно большую активность. То есть они хорошо шли на наше направление подготовки, выбирали нас. И, в принципе, я думаю, что они в будущем выберут профессию винодела и виноградаря. Расскажите немного о том, чему учат ребят на вот этой кафедре, то есть вот с какими навыками они выходят уже в профессиональную жизнь. У нас уникальная, так сказать, подготовка, я думаю, что, в принципе, уникальная и для Российской Федерации, в том плане, что мы обучаем их и винограда, и винодела. То есть, в принципе, они у нас многопрофильные, они могут работать как в хозяйстве, как в области виноградарства, так и в области виноделия. Почему? Потому что в составе кафедры есть базовая кафедра Магарач, это специалисты института мирового уровня, которые передают нам свой опыт, и, в частности, у нас работают два специалиста по виноградарству и два специалиста по виноделию. Они готовят студентов, они обучают студентов и работают тоже у нас на кафедре. 4 человека с института Магарач работают. То есть я правильно понимаю, вы выпускаете профессионалов, которые умеют делать полный цикл от выращивания материала до непосредственного превращения его. Ну, если брать так слоган нашей кафедры, которая у нас существует, это от лозы до бокала. То есть у нас есть учебно-научный полигон в составе нашего института развития города, по концепции которого, вот мы в прошлом году заложили первый, так сказать, для студента виноградник, по концепции которого студент, поступающий на первый курс, высаживает виноград, имеет свои, так сказать, кусты винограда, за ним производит уход, процесс, то есть ухода, и на четвертом курсе может собрать первый урожай. После этого в магистратуре в дальнейшем мы ему предоставим возможность произвести вино и представить комиссии на оценку, на его, так сказать, обоснование. Я правильно понимаю, что это, собственно, и есть производственная практика ребят, или они проходят практику где-то еще? Практику не проходит у нас в хозяйствах города Севастополя. В частности, мы работаем с винодельной Рэма Акчурина. У нас студенты выезжают на практические работы, Домайн Лепко. Ну и наш, так сказать, базовый партнер, Инкерманский завод марочных вин, забирает студентов как на работу, так и на практику, потому что у нас, исходя из того, что у нас председателем экзаменационной комиссии является генеральный директор Инкерманского завода Лариса Петровна Шемчук. А вот вы сказали, что бакалавров уже, и магистров уже выпустили. А ведется ли какая-то статистика по трудоустройству вообще бывших студентов? То есть насколько они вот именно уходят потом в эту специальность? Вот Лена Владимировна ответит по этому вопросу, да, у нас. Да, на самом деле у нас бакалавры в этом году активно поступали в магистратуру, те, кто закончили бакалавриат, и мы очень рады их будем видеть в магистратуре. И хотелось бы отметить, что ребята, на самом деле, у нас с первого, со второго курса очень многие уже трудоустроены, уже работают. Они на индивидуальном, так скажем, графике у нас находятся и разбирают их как горячие пирожки, потому что есть ребята, которые на сегодняшний день в очень известных таких хозяйствах работают, таких как Вайнпарк, МРИ, то есть помощником агронома у нас девушка работает, начиная со второго курса, то есть официально трудоустроена. Есть студент, который фактически является технологом у Андреса Юц, он тоже со второго курса, его правая рука. То есть на самом деле мы гордимся, с одной стороны, что студенты так быстро и так рано начинают уже практическую свою такую работу, но многие из них себя пробуют, ищут, они работают на самых разных хозяйствах,
они работают в поле, они работают на винодельне. И мне кажется, что тот поиск, который они как раз осуществляют, интересы самые разные могут быть. Это и маркетинг, и реклама, и продвижение, и дистрибуция. То есть студенты могут пойти в самые разные направления. Ну вот, кстати, о направлениях. А готовите ли вы сомелье? То есть есть ли какие-то, вот, может быть, начальные навыки у ваших выпускников в этом плане? Да, у нас есть органолептический курс, который входит, так скажем, в их учебную программу. И мы все это производим на базе НИИ Магарач, то есть как раз нашими самыми, ну, как бы, преподавателями, которые в энологии все понимают, и вся органолептика для нас с ними раскрывается именно там. Мы с удовольствием посещаем вот эти органолептические учебные наши курсы, потому что знакомство с сортами, знакомство с плохими, в том числе винами, что какие отличия и так далее. То есть я думаю, что у студентов, у наших хорошая такая базовая практическая подготовка идет в этом отношении. В этом году у нас выпускная как раз группа участвовала даже в батле Лиги Сомелье. И я хочу сказать, они неплохо выступили и продвинулись, несмотря на то, что они впервые участвовали в этом чемпионате. Тем не менее, прокачались очень здорово. Поэтому, на мой взгляд, то есть базовый курс есть. Да, студенты учатся, подвергают все анализу, критике, своим размышлениям и так далее. Это очень здорово. Расскажите немножко подробнее о преподавателях. Вы уже упомянули, что у вас преподают вот такие вот с маститого такого предприятия люди. То есть кто еще? Вот, может быть, немножко подробнее, чтобы понимать, кто и как делится со студентами своим опытом. Да, ну, на кафедре работают опытные специалисты, они, в принципе, работают в направлении подготовки студентов, и мы приглашаем еще на открытые лекции наших ведущих специалистов в области, это виноградарь-винодель. У нас есть открытые лекции, которые проводят действительно специалисты этой области и проводят для студентов, так сказать, передавая свой опыт определенный. Ну и еще раз повторюсь о том, что упор подготовки вот именно такой серьезной мы отдали непосредственно на наших преподавателей с НИИ Магарач, потому что действительно это ведущий институт в области виноградарства и винодельни, ну, в России, и думаю, что и в мире тоже. Ну это те, кому действительно можно доверять в этой отрасли. Да. Расскажите вот о том, какие новые технологии используются в отрасли. Ну, все-таки производство винограда и вина сейчас, это не то, что там 100 лет назад, скорее всего. И какие из них вот доступны для ваших студентов? То есть насколько вот они обладают навыками работы с новой техникой? Сейчас вообще сельское хозяйство находится на очень таком хорошем старте именно в направлении цифровизации. Вся отрасль смотрит туда. Министерство сельского хозяйства с 2019 года реализует проект «Цифровое сельское хозяйство» во всей Российской Федерации. И многие, так скажем, сектора сельского хозяйства включились. Виноградарство и виноделие подтягивается, конечно же. У нас есть флагманские производства, которые здесь, в Севастополе, находятся, которые сегодня обладают очень большим, так скажем, уже, ну, не просто потенциалом, да, то есть это огромная программа, такая как, например, Enterprise Resource Planning, то есть это когда идет планирование всех производственных ресурсов, полностью цифровизована вся бухгалтерия, маркетинг, производство, сбыт продукции, поэтому они видят абсолютно все процессы, которые происходят на виноградниках и у себя, так скажем, на производстве. Поэтому мы думаем, что цифровизация — это наше будущее. Есть много, так скажем, нюансов и направлений, где еще цифра прям нужна, и мы сейчас над этими проектами активно работаем со студентами. Не знаю, стоит говорить или нет по поводу студенческого стартапа, который вот, да, в прошлом году после акселерационной программы мы выдвинули как заявку в Фонд содействия инновациям. Это как раз создание цифрового агропомощника для виноградарей и виноделов на основе больших данных, искусственного интеллекта и точечного земледелия. То есть, собственно, проект был поддержан, поэтому впереди нас ждет реализация этого проекта. Я являюсь руководителем этого проекта, активно вовлекаю всех студентов и бакалавров, в том числе, в работу и планирую это делать.
Поэтому у нас есть отличные примеры в отрасли, как раз зарубежных очень много, именно в области виноградарства и виноделия, которые являются для нас такими, наверное, ну, показательными, потому что вся индустрия сейчас активно занимается, даже малое хозяйство, не говоря уже о крупных компаниях. И вот, наверное, наш проект, он как раз более ориентирован на небольшие хозяйства, потому что позволит себе вот такие огромные платформенные решения, как Enterprise Resource Planning, не все могут. То есть это просто миллионы огромные, да и не нужно всем, наверное, столько функций там и так далее. Поэтому наши проекты как раз позволят и небольшим хозяйствам, да, так скажем, воспользоваться цифрой, данными, аналитикой. Ну, идти в ногу со временем. Да, идти в ногу со временем. Мечтаем мы, конечно, и о беспилотниках для сельского хозяйства, потому что это прям очень сильно бы помогло в каких-то процессах. Но надеемся, что впереди все случится, все будет, все получится. А вот расскажите о том, что вот по поводу саженцев винограда. Раньше их завозили из-за рубежа. Насколько я знаю, в последние годы уже используются отечественные. А вот как специалисты, поясните нам, пожалуйста, почему раньше использовались зарубежные? То есть насколько сейчас хватает, в принципе, отечественных, может быть, питомников? Ну вот в рамках хотя бы Севастополя. И саженцы, которые используются СевГУ, они все-таки какие? Отечественные или вы успели их привезти? Нет, мы высадили отечественные, да, при помощи института Магарач. Ну а то, что касается использования саженцев хозяйственных, понятно, что сейчас тяжелая ситуация с завозкой саженцев, но и те питомники, которые существуют, они не в полной мере покрывают всю потребность, но в то же время как бы есть момент, когда стараются появляться новые питомники, ну и использовать отечественные саженцы. Еще существует программа поддержки, то есть в этом случае то есть, выделяется именно на компенсацию затрат по отечественным саженцам тоже. А раньше почему использовали зарубежные? Это связано только с количеством или качеством, или сортами, что-то такое? Ну, в какой-то мере с качеством, скорее всего, сортов поддержки. Ну и в завершении нашей беседы хотелось бы узнать о вот ваших мыслях о перспективе виноградарства в Севастополе, то есть куда оно развивается. Понятно, что это одна из основных отраслей для нашего города, но тем не менее. Я думаю, что нас ждет рост новых виноградников. Это точно, абсолютно. Вот в ближайшие там 5 лет еще больше будет посадок, и в Севастополе появятся и новые виноделы и винодельни. Поэтому отрасль находится на росте. Отрасль самая перспективная и самая основная для Севастополя. Я считаю, что ну, перспективы просто невероятные, и специалистов критически и сейчас не хватает. И, так скажем, на ближайшую пятилетку, я думаю, все наши студенты абсолютно точно будут обеспечены работой и будут трудоустроены 100%. И такая близость, конечно же, к производственным, да, как бы мощностям, площадкам, виноградникам, виноделам для наших студентов это просто невероятный подарок, я считаю, и большущий плюс, потому что где еще в нашей стране, а много кто обучает на самом деле агротехнологиям и именно виноградарству и виноделию. Поэтому я считаю, что наши студенты ну, просто находятся в том самом эпицентре, в той близости непосредственно к производителям и к виноградникам. Да, что дает им несомненный плюс. Да. Несомненный плюс. Да. То есть мы интегрированы, так сказать, в отрасль. Ну и, конечно же, 30% на сегодняшний день Крым и Севастополь — это практически 30% площадей всех виноградников России. Поэтому это 1/3, коллеги. То есть я считаю, что за нами будущее. И за нашими студентами в том числе. Спасибо за такую интересную беседу. А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях были Алина Владимировна Зуева-Носова, заместитель директора Института развития города Севастопольского государственного университета, и Сергей Викторович Тарасенко, заведующий кафедрой агротехнологии Севастопольского ГУС университета. Спасибо за внимание и до новых встреч!